Оказывается, Байден еще в феврале тайно распорядился поставить Украине больше 100 ракет Атакамс. Но об этом стало известно только недавно. Написали Wall Street Journal, BBC, сам Джек Салливан вышел на брифинг и сказал, да, в феврале Байден решился, и эти ракеты вошли в пакет 300 миллионов и прибыли в начале апреля. Ну и когда об этом узнали российские пропагандисты, они начали верещать, как это так, что за подлость, значит, мало того, что там не только на 165 километров, но и на 300 есть ракеты. Потом спохватились, там, кстати, Скобеева начала перечислять города, куда эти атакамсы долетят, прямо на территории России, у экспертов там вот такие глаза были. Потом они спохватились и сказали, конечно же, мы обязательно уничтожим все эти ракеты, мы все знаем, где они, как они. Тут есть один маленький нюанс. Пока они рассказывают, как они их там уничтожат, атакамсы уже два раза отработали по российским системам ПВО. Под Джанкоем несколько установок С-400, новейший, дорогущий Триумф, уничтожено, и под Бердянском. То есть системы, которые призваны выявлять эти атакамсы, сбивать их, они их просто не увидели. Ну да, так вы, конечно, все позбиваете, да.